Я чувствую себя хорошо и позитивно настроен относительно предстоящего поединка. Этого момента я ждал всю свою карьеру. Я буду тренироваться изо всех сил, и я буду готов. 17 декабря я держу победу. Самое большое достоинство — это то, что Денис Лебедев чемпион. Что касается недостатков, то Лебедев будет стремиться к нокауту. У него есть ударная мощь, но он не сможет в меня попасть нокаутирующим ударом. Что мне не очень понравилось, так это то, что все смеялись надо мной, когда я зашел и взял пояс, как будто я не представляю собой ничего серьезного. Я собираюсь доказать всем обратное. 17 декабря я собираюсь выиграть этот бой. Да, я очень доволен работой, я благодарен промоутеру Владимиру Хренову за предоставленную возможность. Я рад быть здесь, в России, и я использую предоставленную мне возможность по максимуму. Ничто не может потревожить тебя, когда ты спишь в новых памперсах. Спокойной ночи, счастливые дни!